Сейчас мы послушаем фрагменты двух кантат Баха. Сначала будет исполнена кантата номер 209, первая часть. Перевод. Как это горько расстаться с другом и не умереть? Несчастный вот так плачет и вздыхает. Что ж, отправляйся в горести, оставив опечаленно нам сердце. Тобой горда отчизна будет, ведь ты послушаешь ей как должно. Плыви от берега ты до берега, да узри попутный ветер и волну. Исполняет. Лауреат международного конкурса «Музыка классика», младший научный сотрудник музея Рублё, Андрей Рублё, Олеся Скрипичук, сопрано. И партию флейты исполняет солист оркестра Ирина Смирнова. Спасибо.